Что касается, чтобы от кислых фруктов или ягод не съедалась эмаль, нужно каждый раз перед их употреблением пожевать качественный творог. Не будет даже оскомитной. Я ответил, благодарю за совет. Действительно, есть хорошие советы. Один человек не может все знать, все, значит, уметь. Вот. А как правило, прислушиваюсь к практическим советам тех, которые через это прошел. И вот я этот, значит, совет возьму на вооружение, все нормально. У меня от природы слабая эмаль на зубах, потому что это уже с детства у меня была аскома, я помню, от кислого. Поэтому я все это дело возьму.